Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду писать небольшую работу на холсте. Такой вот маленький холстик, размер чуть меньше А4 формата. А писать буду часовню. Часовню на зимнем фоне леса. И покажу красочки. Здесь у меня белила титановые. Ультрамарин светлый, бирюзовая, Марс коричневый, черный, не знаю, это прошлая работа остался, поэтому пусть будет фиолетовый, зеленый, красный, кадмий красный, кадмий, то есть вот это кадмий красный средний, а это краплак какой-то, кадмий оранжевый, кадмий желтый средний, охра, все, все цвета, которые я буду использовать. И бутерброд с маслом и со сгущенкой. Ну, давайте приступим. Намечу композицию. Так, писать буду на двойнике. Это масло льняное и разбавитель без запаха. Надо, чтобы работа высохла побыстрее, поэтому придется писать на разбавителе. Окно открыто, конечно, на всю катушку. Может быть, даже слышите шум обогревателя. Я тоже сушу картину. А эта работа будет подарком к большому заказу, вот который заказ сейчас сушится. Поэтому работа быстрая. В том же стиле, что и заказ. Про заказ, сколько он стоил, откуда он, я буду рассказывать в своей творческой группе на Бусти. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, кому интересно. Кроме мастер-классов, которые там выходят 4 раза в месяц минимум, я рассказываю вот о продажах. Так, ссылки все в описании. Вот такая вот композиция, несложная, незамысловатая. Деревья. Все. Так, белила. Сразу же положу снег и небо. Погода такая тут как бы немножко пасмурная. Такую чуть-чуть ультрамарина замешаю. Чуть фиолетовый. Работаю широкой кисточкой рублев. Какой-то номер, мне даже не подскажу. Затерлась. В общем, она широкая и немножечко уже так вот подносилась. Так, несколько вот мазочков на снег положила. И сейчас еще теней добавлю побольше ультрамарина и сиреневого, о, фиолетового. Так, необычно писать на разбавителе. Так, грязь, грязь пошла. Грязь нам не нужна. Вытираю кисточку. Зря я добавила охры в этот замес. Сразу же грязный цвет получился. И заново намешаю рядышком. Ультрамарин. Фиолетовый. Ну, вот такой уже почище. Тень от церкви, от деревьев там. И оставшуюся краску вот так вот чуть-чуть покидаю на задний план. Как бы полусухой кисточкой размазывая оставшуюся краску. Потом сверху еще добавлю цвета. А спереди сделаю чуть-чуть снег потеплее. То есть белила с охрой.
Немножечко таких вот мазочков тепленьких положу. Так, небо вот тоже теплое хочу сделать, поэтому все, что осталось на кисточке, немножко голубоватого с охрой. Вот такой вот тепло-серый цвет получился. Может показаться грязноватый немножечко. Но мне нравится такой цвет. Друзья, дальше меня подвел микрофон, и звук больше не записывался. К сожалению, оставшаяся часть мастер-класса придется посмотреть под музыку и самим придумывать то, о чем я там говорила. Спасибо за внимание. Thank you.
Mm-hmm.